Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. В этом видео мы подводим итоги нашего конкурса, точнее наших конкурсов «Лучший комментатор плюс шустрые фокусники» за месяц август. Ну что же, как обычно, время не тянем, переходим и смотрим. Ну что ж, друзья, переходим к нашим финалистам. Итак, второе место в конкурсе «Лучший комментатор» занимает у нас пользователь с ником Скорпион. Скорпион и его комментарий к видео «Инжог», к обучению «Инжогу». Итак, что же получает у нас наш Скорпион? Скорпион из сундука моряка получает уже по сложившейся традиции колоду байсиклов стандартов. Итак, место номер один среди комментаторов занимает матрос под ником Виктор Тушнев. Виктор Тушнев и его комментарий к видео «Нижнее пальмирование». Итак, что же получает у нас Виктор? А Виктор из сундука моряка получает такую достойненькую колоду, которая называется Guardians. Bicycle Guardians. Уважаемый Виктор, это теперь ваше. Ну и что ж, теперь давайте перейдем и посмотрим на тех, кто же стал самыми шустрыми фокусниками в этом месяце. Итак, друзья, давайте разберемся, кто же у нас стал победителем, самым шустрым фокусником в конкурсном фокусе номер 4. Итак, конкурсный фокус номер 4, называется он «Следуй за лидером», автор Эд Марло. Залил я, значит, это видео 5 августа. И вот первый человек, который прислал обучение на этот фокус, это Георгий Гелхвидзе. Именно он также 5 августа в 19:31 прислал правильное обучение. Правильное обучение, плюс снято как положено, то есть все требования. Всем привет! То есть вот его видео. Далее, вторым по скорости оказался у нас Юрий Окунец. Он 5 августа в 20:25 прислал также правильное обучение. То есть вот это. Здравствуйте, друзья, уважаемый моряк. Ну что же, друзья, давайте перейдем и посмотрим, что же получат наши победители. Итак, самыми шустрыми фокусниками у нас, как вы уже поняли, стали Юра Окунец, второе место. Итак, что же получает у нас Юрий? Юрий у нас получает Талихо синее, это фэнбэк. Рубаха фэнбэк. И, конечно же, первое место это Георгий Гелхвидзе. И Георгий у нас получает за свои старания вот такую вот колоду, которая называется Bicycle Street Art. Очень красивая колода, кстати, доводилось мне ее открывать, держать в руках, делать на нее обзор. Колода очень-очень достойная. Ну что ж, друзья, вот они наши победители. Уважаемые победители, пишите, значит, мне в личку. Пишите полностью адреса, потому что надоело переспрашивать постоянно. Вот, и хочу сделать такое небольшое заявление о том, что, друзья, наверное, от конкурсных фокусов мы с вами откажемся. Объясняю почему. Потому что люди не участвуют в той массе, в которой я ожидал. То есть максимум присылают 20-25 человек обучалки. Но это просто очень-очень мало. Это не та движуха, которую я планировал увидеть. Я не знаю пока, каким конкурсом мы это все заменим, поэтому пока что у нас останется также два комментатора, и, наверное, мы пока что будем ограничиваться конкурсами репостов ВКонтакте. То есть там ВКонтакте, в конкурсе репостов, мы будем разыгрывать также две какие-нибудь хорошие колоды, как и раньше. Вот. Потом, когда придет какая-то идея по поводу конкурсов, возможно, мы их и введем.
Если у вас есть какие-то свои идеи, пожалуйста, пишите, буду смотреть. Если что-то подойдет, обязательно применим. Ну а пока что остаются два лучших комментатора и два репостнувших ВКонтакте. Ну что же, на связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк, и до следующих встреч на нашем судне. Пока!